Так, и там после рабочей встречи, а тут речь, у нас буквально у тебя 10 лет работы в компании. Да. Вот, сейчас ты уже руководитель там, нашей IT-дочки. Вот я, знаешь, хотел тебя официально поблагодарить за эти годы по-настоящему. Сейчас, конечно, вижу, что ты немножко грустный сегодня, да, потому что по объективным причинам. И об этом, кстати, тоже можно потом будет поговорить, да, даже, я думаю, на камеру. Я хочу сказать, что именно благодаря тебе там этажи такие сильные во многом. Прям, не знаю, я бы, мне кажется, твой вклад вот переоценить, да и невозможно, если честно. Вот я, знаешь, я вот помню хорошо день, когда я тебя назначал. Мы во втором конференц-зале сидели. Ты его тоже, скорее всего, я помнишь, тоже помню. Да? Тоже помнишь, да? Да. То есть это, я, у нас там человек ушел, а Антон тогда был программистом. Сколько тебе тогда лет было? Блин, не помню. 20... Это был 23, это был третий курс, значит, 21. 22 год был. 22 года. То есть все это уже, ну, там, ушел один, это, нюансы были серии. Мне кажется, я тоже это помню. Тебя в компании еще не было. Нет, это второй год я уже был. А, ты уже была, да. Только пришла, Люба. Все, да, да. И все, и я думаю, что делать? Антон такой говорит, я готов. Это самовыдвиженец. А я еще спросил, ты тоже уйдешь вместе с Юмашем, да, Анатолий? Да, да, я сказал, нет, зачем. Нет, зачем, все нормально. Вот, поэтому сейчас, я считаю, создал за вот, там, 10 лет в компании такую систему. Считаю, одна из лучших на рынке недвижимости в эти части. У нас сейчас там порядка, я так понимаю, уже, ну, ближе к 300 программистов. Да, 284. 284, то есть купили вы себе такое хорошее помещение, там уже почти сколько тут, больше трех? 300 квадратов, да, то есть такое шикарное вообще, я там много раз видео снимал. Вот. Ну, самое главное, то, слушай, я считаю, ты такой уникальный талант, порядочный человек, это вот очень важно, серьезно. Очень сильно в бизнесе разбираешься, потому что ты не просто, я считаю, IT, ты еще и проектировщик бизнеса очень мощный. Вот очень много у нас онлайн-продуктов, которые ты, считай, инновационно в России внедрил. Это тоже важно на просторах СНГ, которые никто не делал. Вот. Слушай, хотел тебя поблагодарить за хороший личный контакт, потому что я думаю, что вот эта личная химия, она тоже важна, как бы что ни говорил. Вот, поэтому вот, сейчас я знаю, что часть программистов у нас в последнее время, вот в этом году, уехала за рубеж. Да? Да, есть вот. Удаленную работу. Да, осваиваем. Осваиваем удаленную работу. Вот. Но я думаю, что это временная история. Да? То есть я думаю, сейчас чуть-чуть надо перетерпеть где-то. Я думаю, все там наладится, что называется. Подстроимся, выстроим какие-то новые модели, да, управления, да, да, с этими ребятами. Вот. Я, значит, это долго думал, что в чем причина. Потому что вот я знаю, что очень большая текучесть. У нас очень мало текучести в IT реально вообще. То есть. Да, она у нас рекордно низкая по Тюмени. Да, и, наверное, по России вообще. То есть. Ну да, то есть там у нас меньше 7% годовая текучесть. Годовая, это очень круто, очень, да. Низкие цифры. Вот, зарплаты у нас, наверное, в целом, не сказать, что высокие, не низкие, но на, да, на средних зарплатах такие уровни показывать, мне кажется, это очень круто. Вот у нас там действует и расширенная программа мотивации IT-специалистов, там, в зависимости от результатов работы, я считаю, что это тоже крутое достижение. Я думаю, что в этом году мы, независимо от результатов, тоже в любом случае там определенное решение примем. Mm-hmm. Вот, я считаю, что это очень правильно. Вот. Ну и, наверное, хотел тебе еще официально поблагодарить, знаешь, от всех наших риэлторов, не только от себя, потому что они на самом деле пользуются продуктами, довольны, восхищены там электронными регистрациями, как все у нас быстро по ипотеке с банками, как мы с агрегаторами со всеми интегрированы. Как у нас там в последнее время, слава богу, реестр хорошо работает. Ну, хакерские атаки там я не считаю, вот, а сама по себе скорость уже улучшается. Я знаю, мы на полностью новый продукт в январе уже переходим, вот, там, по всем параметрам. Вот, это очень круто. Вот, и, наверное, хочется тебе пожелать вот, там, еще много-много лет, да, то есть, чтобы я тебя также, кстати, да, я заговорился. Мы тебе решили подарить такой подарок, держи, посмотри его. Да, это у нас тебе, да, именной такой. А сейчас, когда камера выключится, я расскажу настоящий подарок. Не все еще. Сейчас еще это. Нет, я еще в целом еще хотел сказать, потому что это очень важно. Я на самом деле не так часто, как должен, говорю хорошие слова, считаю, нашим IT-специалистам. Вот. И еще бы я особо, Антон, отметил, что
ты у нас удивительно комфортный, ну, для общения других. Потому что обычно говорят, мы айтишников не понимаем, да? У нас IT-бизнес не понимает. У нас все друг друга понимают. Слушай, вот тебе реально спасибо за это, потому что я же видел, как в других компаниях работа строится. То есть она часто строится по-другому, грубо говоря. Да? У нас вот именно интересы там бизнеса первичные. И под это подстраиваются уже все системы. Я знаю, это тоже очень долго было. Это долго мы выстраивали, тяжело было, да, там. Сейчас у тебя, молодцы, я смотрю, команда твоя, слушай, там надо, к риэлторам ходит, клиентов спрашивает. У нас там фокус-группы, там АБ-тестирование, куча всего. То есть там мы прям, я считаю, реально интегрированы. Вот, ну это прям круто. Вот, касательно там, ну, времени текущего, сложного, ну, как, кстати, оценка твоя вообще? Время сложное, но мы со всем справляемся, всегда справлялись. То есть и проекты всегда реализовывали, вне зависимости от того, что происходило. Проекты всегда становятся больше, команде интересно. Даже те ребята, которые уходят на удаленку, они говорят, классные проекты, мы готовы дальше работать, их реализовывать. Поэтому я думаю, все будет нормально. Все. Так что в среднесрочной, долгосрочной перспективе. Все. Хорошо.